В данном видео мы расскажем о том, какие продукты можно употреблять в пищу для предупреждения болезней сердца. Куркума содержит полезные вещества, такие как фосфор, кальций, йод, железо и другие. Полезные свойства этой специи позволяют предупредить болезни сердца и сосудов, а также сбросить лишний вес. А еще благодаря высокому содержанию витаминов ее используют для профилактики артритов. Регулярное добавление куркумы в пищу также снижает вероятность таких болезней, как гепатит и псориаз. Несмотря на это, есть у продукта и противопоказания. Так, например, ее нельзя употреблять пациентам, страдающим аллергией, а также при приеме лекарств для разжижения крови и лечения диабета. Ромашка уменьшает концентрацию тромбоцитов в крови. Благодаря антиоксидантам ее используют для профилактики болезней сердца, при повышенном давлении для укрепления здоровья сосудов. Также она полезна при стрессах, повышенной тревожности, бессоннице. Результаты исследования показали, что те, кто принимают ромашковый чай, спят гораздо крепче, чем те, кто этого не делает. Кроме того, растение помогает при заболеваниях желудка и болях в кишечнике. Ананас уменьшает вязкость крови, он содержит витамины группы В, Е, А и С, а также микроэлементы, такие как магний, калий, йод и другие. Кроме того, фрукт помогает при сахарном диабете, уменьшая скачки инсулина и сахара. Полезен ананас и при высоком давлении. При регулярном употреблении он укрепляет сосуды, уменьшает отеки, нормализует холестерин. Однако его следует исключить из рациона беременным женщинам.